несет. Кто такой этот ёбаный Честер? Где он? Честер, пошел нахер! Откуда ты взялся-то? Ёхлить, они полетят! Воу-воу-воу-воу! Артиллерия! С какого тварь ты делаешь-то тут, если ты появилась там? Какого хер я скример ловлю в другом месте? Что за сраные правила? Вот тут в правилах написано, вот написано. Иногда София любит менять локацию. Учи ее локации и пытайся не смотреть на нее слишком долго. Беги отсюда нахер! Будь осторожен, двигаясь сквозь ее локации, потому что она что-то, блядь, здесь где-то, какая-то точка безопасности. Я сам после, я прошлой серии сам в Google переводчик все это перепечатывал, и я примерный смысл понял. И все мне то же самое присылали, что надо бежать, когда она появляется. Я, блядь, побежал! А толку-то от этого? Я даже развернуться успел, так она стояла передо мной, а потом из какого-то хера вылетела сзади. Что, блядь, за телепортация? Давайте так уже честно как-то играть. Если она с телепортацией, значит, и я должен быть с телепортацией, правильно? Раз-раз, хуяк-хуяк, туда-сюда-сюда-туда. Ну смотри, ну со звуками страшными мы справляться уже научились. Это ладно, это работает. Но вот по поводу точки безопасности все-таки возникает какая-то хуйня. Так, ну и тут сработает. Откуда, блядь, ты берешься здесь? Объясни мне, сука ты такая! Откуда ты здесь берешься? Попробуй-ка мне объяснить. Откуда тебя там не было? Никаких совершенно ни знаков, ни признаков, ни предзнаменований, блядь. Ни овцы не умирали, ни круги на полях, ни кровь с потолка не текла, ни страшных звуков, ни страшных криков, ни одного визуального образа от нее. Как я должен был понять, что эта стерва стоит там? Сука, это же непонятно, это бред какой-то, это вообще, ну никак в голову ты это не возьмешь, серьезно. Ну никак, это не можно разобрать вообще среди всего этого общего шума, который есть, она не давала ни одного, сука, признака своего появления там. Просто она даже не намекнула, что она там стоит. Да хватит мне на Д ее совать, сука, на Д неудобно, точка безопасности. Я отворачиваюсь. Так, ты кто? Ой, блять! Ой, блять! Ой, блять! Ха-ха! Серега, уебу сейчас! Пошел ты нахер! Ты дурак, что ли, совсем? Так, это чувак, похож на чувака из Кровофира. Это, возможно, те же самые модельки, возможно, вообще тот же самый. Блять, собака! Здравствуйте. Да куда? Стой! Бляха, собака уехала, серьезно. Отдай собаку, мразь! Отдай собаку, сука! Отдай собаку! Так, ясно, сектанты какие-то ебаные. Если бы меня кто-то увидел с кувалдой в метро, наверное, все сказали, что я дурачок или маньяк. Подобрать ключ. Вот это мне нравится куда больше. Вот это мне нравится очень сильно хорошо. Вот это меня прям устраивает. Вот муха. Вот муха, вот... Так, окей. Да. Я думал, это две ноги, а это, короче, пузо. А это она похудела. А трюк, чтобы остановить все... Все пожирание. Нет такого трюка, это все пиздешь. Все пожирание остановить нельзя, я тебе 100% говорю. Видит ли она... Ёбаный в рот. Так, по-моему, она меня не видит. Это не точно. Но это нужно выяснить. Знаешь, как этого сделаем? Фу, гениально. Я сейчас разобью вазу, быстро выйду в коридор, буду светить, когда она будет проходить в комнату, и тогда мы поймем, видит она меня или нет. Я боять! Я понял все. Она не слышит, когда я хожу. Она слышит только, когда срабатывают ловушки, падают предметы и прочая хуйта происходит. Ладно, понял. Так-то, по идее, несложно. Вопрос только, нахуя мне здесь кнопка С? Это чтобы карабкаться у нее под платьем, что ли, или что, или зачем? То есть я могу присесть, но это, скорее всего, чтобы как-нибудь пролезть. О, она мне сейф хочет подарить с деньгами, наверное. Ага, прикольно, да, прикольно. Прикольно, да. Гагамовер внезапно. Хули бы и нет. Вот такая вот игра. Ладно.
Главное, чтобы дошли камень, остальные... О, блядь, ты такая незаметная времена, серьезно, как-то больше говори о своем наличии. Вот примерно так, да, блядь. Сука. Ай, в смысле, ебаный в рот. Твою мать. Серьезно? Блять, ни за что бы в жизни сюда не пошел. Ты чё? Здесь же от любого скрипа все запоры нахуй пройдут. Как можно было это так ебануться, кто это построил? Чё, дурак, блядь, нельзя такие туалеты строить, это же страшно. Ты представь, любой скрип, и ты все, ты полетел. Кубарем, а там все, а там даже бачка нет внутреннего, там просто... А там деревня, там что-то все сливает, наверное, в эту деревню. Это опять, наверное, тот же чувак, который засрал всю пещеру нашей главной героини. Он прям любит срать на людей. Пещеру засрал ей, деревню засирает потихоньку. Что? Да в смысле? Чего это происходит? Ой, блядь, опять эта хуйня! Да ладно, ой, как далеко. Блять, это что такое? Ёб твою мать! Это что? Уйди нахуй! Уйди ты кто? Твою мать, он приехал за мной оттуда! Бляха, да ты дурак совсем, что ли? Чё по здоровью? Где ещё? Стой! Я слышу! Уйди нахуй! Ты кто такой? Отстань! Уйди! Так, ладно, пойдем туда, окей. Если они ездят здесь, значит они ездят и там. Без проблем, ничего страшного. Блять, твою мать! Эй, когда сейчас тебе? Когда сейчас тебе, понял? Ты кто, сука? Ты кто такой? Когда сейчас? Когда сейчас? Когда сейчас? Когда сейчас, тварь? Так, сзади, сзади, сзади. А! Охуел, что ли? Охуел, что ли, я спрашиваю? Да твою мать! А чё ж я дуралешка-то такая, в смысле? Так я же мог спокойно оттуда сейбэйшн сделать, и всё, делов-то. Так давайте разберёмся, как пацански по-пацан. Пуш, блядь, слюни все полетели изо рта. А ты чё застреваешь-то? Чё? О! А, тут я думал кокос. Бляха, я думал кокос, ну ладно. Тоже возьмем, тоже пригодится. Чуть дальше в джунгли зашел и столько всего нашел. Нихера себе. Пойдем сюда сейчас на ляд. А, блядь! Я ебу, как страшно, блядь, было сейчас! Нахуй это сделано, блядь, так внезапно! Пошел в жопу, говнюк, блядь! Пошел ты говно нахуй! Тварь ебаная, сдохни! Мразота! Да хватит меня атаковать-то! Псина, блядь! Да в смысле? Да вы чё? И какой из них какой? Вы знаете... Ничего не понял. Чё? Фоткай её, хули ты стоишь-то? Да уйди отсюда в пизду! Уйди! Свет, блядь, на... И съебалась отсюда, пожалуйста! Куда я залез, блядь? Скорее всего, да. Эта херня затащила меня в свой мир через шкаф. И теперь же через шкаф мне нужно отсюда выбраться. А-а-а, блядь! Тише. Тихо. Все. Бегу. Все, понял. А, блядь, твою мать, нахуй! Ай, блядь! Так, я что-то не так сделал, правильно я понимаю? Короче, если что, то я ушел. Вот прямо сейчас. Хоп, та-ти-ра-та, тра-та-ти-ра-ти-та, ра-та-ти-тра-та-та, утри-та-та. Ха, все, до свидания.